Ильдархан подписал указ о поддержке детей, достигших высоких результатов в науке, искусстве и спорте. Комплексная программа «Одаренные дети Якутии», рассчитанная на 2018-2023 годы, предусматривает создание системной работы с талантливыми детьми, также организацию различных мер стимулирования, включая денежные поощрения. По мнению лидера республики, вклад в образование и поддержку детей являются реальными инвестициями в будущее. Главное, необходимо вовремя выявлять, поддерживать и постоянно сопровождать талантливых детей.